Нас интересуют боссы. Была коротенькая трансляция, где-то на часика полтора. Заточили наши дуалочки почти до максимального уровня. Дарья Аргента, снова здравствуйте, снова, да? И сейчас мы находимся в каком-то... Ох, нифига себе там. Грозовой дракончик. Может, мне и не надо туда? Вижу какой-то лифт. Это интересно. Ну, я пришел оттуда. Пришел сверху. Как будто мне реально нужно к этому дракону спускаться. Я не очень, если честно, хочу, потому что злые они. Злые, опасные, а на руках 70 тысяч душ. Впереди отчаяние, еще говорит сообщение. Вообще класс. Можно попробовать его, конечно, расстрелять, но учитывая количество здоровья на текущей стадии, я думаю, что... Может, эта дверь... Ты не имеешь права? О, ты не имеешь права! А как же впереди-то бомбит? Ага. Лис сокол. Видимо, надо спускаться все равно туда. Увы. Ай. Хотя вот здесь высоковато. А, лесенка, да? Не, вроде не разобьюсь здесь. Даже жизни не потратили, все в порядке. Ой, ну я видел тебя, думал, обойду. Типа не будем сражаться, там еще второй рядышком. Кое-как. Второго, видимо, надо самостоятельно пробить. Иначе он сам выйдет на тебя. Ну и сейчас на дракона нужно каким-то образом выходить. Причем у него явно урон от молнии. Возможно, стоит поменять как минимум амуль. Сопротивление молниям поставим дополнительное, чтобы повысить шансы на выживание от элементального урона, сократить его. А он, подлец, издалека продолжает бомбить. Захват цели не поможет. А-а-а, я понял тебя. Там еще один. Огромное количество соколов. Очень локация, конечно, опасная. Сейчас побежал вперед. От сокола подальше. Но от судьбы не уйдешь. Их очень много. Как же заклевывают вообще? Ну бей ты, ты чё? Да ну нафиг. Сейчас же умрем, не надо. Да хватит! Я пытаюсь вернуться. Иду, дракон. Охренеть. Охренеть. Нафиг, 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 нафиг. Я не готов, я не готов. Там еще два сокола на хвосте. Я бы пробежал куда-нибудь до благодати. Драконий кузнечный, это можно пушку прогрейдить. Так, дракон куда-то ливнул. Взмыл и улетел. Соколы такие душнилы, притом любые... Да, не, соколик, хочется уже с ним пообщаться. Пропустил, в общем, я дракона, это даже не босс был. И прошлого дракона мы такого вынужденно завалили. Это был просто юнит. Ничего сверхъестественного, из которого выпал такой же камешек. И был таков. Так, двигаемся дальше. Захват цели не поможет. Снова большое количество летающих тварей. А нет, это собаки. Это уже попроще, это собаки. А, нет. Почти что собаки. Удар в прыжке у нас с повышенным уроном. Думаю, я стараюсь проводить серии. Ой, Мика, здравствуй.
Привет, Мика. Это маг у нас, да? Так, впереди вижу костерок. Здравствуй, Боник. Всем добрый вечер, друзья. Хорошо, что вы присоединяетесь. Я решил потихонечку уже с Elden Ring серии заканчивать. Ну, потому что серия получилась большая. Контента здесь еще частей, наверное, на 20. А у нас очень много ивентов намечается по Варику. Ох, тут можно посваливаться, да? Нас ждут на той стороне даже. Ладно. Как тут... Ах ты, смотри, ой, какой. Вообще некрасиво. И это, если это основной путь, то представляете, как здесь Alan Wake было не очень хорошо. Который вслепую, без смертей проходил первый раз, доходишь до места. И тут тебе гравитация, самый сильный босс, самый результативный босс в игре. Объясняет, что если ты сюда... здесь спуск есть. Впереди нечто потрясающее, вниз не поможет. Так, а может сначала проверить, что в безопасном месте? Типа вот здесь вот. Осторожно, группа. Осторожно, право. Это развернулся. Ну, видите, он байтит. Он не идет тебе навстречу. Вот его дружане. Блин, вообще. Как? Нет, сейчас убьют. Так, 80 тысяч душ. Я не знаю, как сюда быстро добраться. Последняя благодать была черт знает где. Надо будет мимо пройти, пропрыгать опять мимо дракона. Ё-моё. Да, это будет непросто. Опять же, соколы будут душить меня. Ладно. Стараюсь не задерживаться, пробежать. Только бы не свалиться. Что они очень маневренные при всем при этом. Ну ё-моё, ну конечно же. А чё не пьет? Почему не пьёт? Я уже второй... Мне... Я думал это... Я что-то не доконтролил в прошлый раз. Вот когда умирал, я пытался нажать на R. Вроде нажал один раз, нажал второй раз, он не выпил бутылку. Сейчас то же самое повторилось, и я подозреваю, что дело-то не во мне. Что-то не прожалось просто. Эти клавы вроде нормальные. Так, внимательно. Пока пробегаю, не трогаю этих парей. Это, может быть, и стоило, учитывая то, что впереди. Мне же придется проходить сейчас опять по... А сзади, я слышу, уже идут. Ладно, рискуем. Души собираются сами. Сами, потому что, видимо, люди тоже пытаются пройти. Так, хорошо, дошли. Почему от предыдущего билда отказался через щит? А он был очень, Камаджи, очень скучным. То есть мы реально приходили на босс, убивали его с первого трая, зажимая одну кнопку блока. И все. А, вот еще третий. Прикроешь потом дверь же? А то вот что-то... Отвлекают меня. Слишком простой был билд. То есть мы нашли вот этот топовый щит. Нашли потом еще амулетик. Мрачная кузнечная колокольная сфера рудокопа. Это как будто на последний грейд этих мерцающих камней. Вот, и все, убили одного босса, убили второго босса. И это было настолько элементарно, что даже скучно. И причем урон был не очень хороший. Так. Сейчас кажется, что я к боссу иду.
Да, лифт. Надо было, наверное, спрыгнуть все-таки вниз. А через магию тогда не хочешь попробовать? Да это целое отдельное прохождение. Я смотрел там кусочками, как там за магов играют, и там вариативность вообще дикая. Заклинаний море, оружие тоже море. Так, а нужно ли мне сюда? Меня смущает большое количество красных. Ладно, давайте, раз уж нас посла... А, вот оно как. Понятненько. Черт. Да я не на тот прыгал. Блин, надо было... Я думаю, откуда еще красные пятна? Почему люди здесь убиваются, когда все довольно просто? Нифига не просто. 90 тысяч душ. Необходимо... Ну, да, скучно мы его точно назовешь. Ты про щит или про... А, магом? Магом, конечно. Маг не скучный. У мага запаса здоровья мало, то есть он довольно часто умирает. С другой стороны, в нем, насколько я понимаю, довольно много урона. Разнопланового. Нет! Нет! Поторопился. Не туда свернул. Ладно, 90 тысяч душ. Это один левелап, по сути. Сейчас уже, конечно, за босса тебе дают 150, 180 тысяч. Ну. Жалко. Вот, ну и там самоны у мага. То есть общий принцип — это ты кого-то вызываешь, чтобы он танковал и отвлекал внимание противника, там, босса на себя. Потому что, например, если маг начнет лицом танчить, это очень быстро закончится. А боссы очень часто сокращают дистанцию на тебя очень активно. То есть ты не можешь там раскастовываться долго. Тебе по-хорошему нужен кто-то, кто будет отвлекать внимание. Не играя за магов и магимба. Не сомневаюсь, абсолютно. Столько стафов, столько заклинаний. Можно посмотреть, как ты, например, вот там ловишь какой-нибудь каст от босса или от юнита и смотришь на урон, который влетает. А там наверняка и инту можно разогнать до 60, до 70 нормально. Усилить предметами эффективность некоторых заклинаний. И все, и начнется. Вот этот урон по два косаря с прокаста. Нездоровый. Смотрел прохождение кармика, знаю такого, да. Конечно, есть боссы, которые не так просты для мага, но в целом достаточно интересно проходит сделать много разных штук. Ну да, там, если открыть даже, если не специально собирать заклинания, их все равно у тебя, вот у меня сейчас на данный момент, их где-то с два десятка, наверное, чисто маговских. То есть мы не считаем молитвы, там какие-то еще что-то. Так, здесь главное не свалиться дальше. Эти заботливые игроки поставили меток много. Но этот путь ведет как будто бы в никуда. Что как минимум интригует. Впереди собака, голова. Пятна крови. Да. Требуется дракон. Ах, обход. С кем-то сражался здесь, чувак. Требуется жестикулирование. Впереди гроб. Осторожно, полный человек. И что? Ой, только не говорите, что я сюда пришел. Возможно, здесь какой-то дополнительный... Что, кушали? Да... Да-да-да, Камаджул, скажи, пожалуйста. Возможно, здесь нужно реально прожестикулировать, и появится транспортировка куда-то. Впереди гроб. Там, где пятно крови... А, здесь можно лечь. Офигеть. Офигеть. И сейчас гроб будет, да, и нас транспортируют. Время замедляется. Даже полностью как будто останавливается. За исключением парочки. Или даже в обратную сторону начинает
идти. Да. Разрушенные колонны поднимаются. Тут же сразу ассоциация с принцем Персии. Колонны, отматывание времени назад. Степа Свисфак, привет. Почему во всей серии такие странные сообщения от игроков, лимит на символы? А там, кажется, типовые ты можешь только выбирать. То есть ты не можешь печатать. Ты можешь выбирать только кусочки. Насчет имба магов, тот же билд на блит, но это еще оп штука. Та еще оп штука. О, это все собралось в нечто такое ареноподобное, что ли? Да, кажется, будет босс сейчас. Что это? Сережка говорит, я ем батон с изюмом. Поздравляю. О, да, это дракон. Какой-то пока что окаменелый, но это временно. И мне кажется, здесь будет... Надо оставить амулет на молнии. Они явно будут тут участвовать в нанесении урона. Как у Рейдена, да, Сережка? Ну, почти. Похоже на босса. Да. Ой, красиво. Как здесь грамотно работают, конечно, со светом. Ну что, попробуем. Мариковского храма не вижу. Раскроется. Да, владыка драконов. Двуголовый. Ага. Молнии раз. Блин, стоять. О. Хорошо, перекатились. Ай-яй-яй-яй-яй. Такой удар пропустил. И еле успел выпить до получения огненного урона. Хорошо перекатился. Ой, сейчас будет. Да ё-моё. Нет, сейчас упадет. Вторая фаза, что ли, уже? Ё-моё. Да ё-моё. Классный. Блин, а почему не подлечился-то? Горыныч такой здоровый, классный. Владыка драконов. Не, неплохо. В целом он пробивается хорошо. Удары у него мощные, но не ультимативные. Да, мне казалось, что я выпил опять. Мне что-то кажется, что сегодня... А! Нет. Нет. Да как так-то? Неужели... Там наверняка где-то благодать утраченная, которую я пробегал, блин, 20 раз. Не могу поверить, что мне этот путь снова придется преодолевать. Весьма опасный. Да хватит. Да вы чего, ребята? Да вы чего? Да они ненормальные какие-то.
Надо попробовать зайти. Вы представляете, сколько нужно? Не-не-не, там точно где-то есть шорткат. 100%. Попробую повернуть на... Ну, посмотреть вот там, где западня. Помните, три человека? Возможно, там и дверку откроем и себе путь облегчим. Ну, потому что я уверен, что я дракона, например, там сейчас предстоящего трая не убью. Это не... Ну, не верняк абсолютно. То есть надо найти, где у нас благодать. Или хотя бы мариковский какой-нибудь храмчик. Там не шорткат, ты до благодати не дошел, если правильно понял. Я понял, да. Как? Как? Подожди. Не понял. Там же не должно быть мага. Не, остался еще один маг, оказывается. Ну давай, иди сюда, тварь. Ну, у человека 4 косаря просто здоровья. Здравствуйте. Спокойно, короче, ты не имеешь права, понятно. Да, вот здесь возможно. Но там был лифт, и поэтому я сюда не пошел. Славится ясное небо. Ну ладно, давай попробуем. Ну не сюда, мне вообще вниз нужно. Ладно, поехали. Добрый вечер, Sandy Player. Мы с Малени уже беседовали. Да, собственно, так мы здесь и оказались. Все, вот он, шорткат. Спускаемся. Сюда по-другому же вроде не добраться никак, нет? А, нет, и, видимо, уже не будем. Ну, у меня бывает такое. Подустал от игры, идет чисто по сюжетке. Да, так и есть. Так и есть. Можно было дождаться, восстановить. А нельзя лучником играть? Можно кем угодно играть, но лучник здесь не самый сильный класс, как по мне. То есть все-таки... Может, какой-то комбинированный класс. Потому что я вот играю за самурая. Он, по сути, и есть лучник. Но, во-первых, луков не так много. Во-вторых, тебе на боссах все равно придется что-нибудь выдумывать. Ну, например, самона вызывать. И после этого только из лука работать. Потому что, ну, тебя размотают в мели боссы. Просто размотают. Командос переподписан. Спасибо, Командос. Ну что, собираемся, да? На вторую... Нет, давай сразу пропьем. 10 бутылок у нас есть. Душа вон еще лежит. Жаль, что я решил скипнуть одну из самых интересных продуманных локслов со сложнейшим боссом. Возможно, да, но я бы не получил, скорее всего, удовольствия такого, как получил ты. Ой. А вот это, конечно, неприятный момент. Не понял, это вторая фаза уже, что ли? Началась. О! Нифига себе.
О-о-о-о! Он из двух. Да, я не успеваю. Блин, не успеваю. Летит. Две бутылки осталось всего лишь. Такой он здоровый. Чуть-чуть. А, убили уже. Воспоминания владыки драконов. Кстати, это, возможно, пушка. Возможно, пушка. Ну, парочка пушек уникальных. И дали 290 тысяч душ. Офигеть. Фалька. С второго трая просто. Плюс 280 тысяч. Офигеть. Осторожно, хаос. На ценный предмет не поможет. Я бы сейчас потратил эти души, потому что с легкостью их можно слить. Вопрос только куда опять? Что 4 статы у нас уже в капе. Я начал, продолжил точнее качать силу. Да, давайте 4 силы. Так, изменить одежду, великие, сортировка, повысить, скоротать. Так. Я не знаю, куда дальше. Разве есть кап статов или ты про софт кап, когда падает эффективность? Да-да-да. Там несколько есть рубежей, насколько я понимаю. В зависимости от статы. Так, а куда мне? Подскажите, пожалуйста. Дальше идти. Что вроде как зашли. Прошлый шорткат у нас был. На предпоследний костер. Спасибо. Что там было? До 80, говорят, более-менее качается, потом не прибавляется. Что за пушки выпали? Ты имеешь в виду те, которые мы используем? Они довольно стандартные. Они падают в начале. Свежеватель божественной кожи и парные клинки рыцаря. Парные клинки вообще реально чуть ли не в самом начале. А, с дракона. С дракона упало воспоминание, которое мы можем только... Ну, можем метнуться, конечно, посмотреть, если нас пустят на... На стартовую локацию, на стол утраченной благодати. Вроде пускают. И посмотрим там, чё по предметам. Но мне вполне по ДПС, видите, какие прекрасные пушки. На приветствую, как ужин? Ужин хорошо, ну там не без проблем. Некоторые блюда долго очень ждали, больше часа, час 15. Причем они были простые, достаточно типа роллы какие-то. И ну, в результате пообщались более-менее неплохо. Так, зачем я сюда пришел? Мне же нужно сдать воспоминания. Ютубчик, это к аспиранту. Мне нужно сдать воспоминания бабушки. Бабушка у нас находится в зале вот в этой, кажется. Ну, любопытство ради можно посмотреть, что там в запушке из воспоминаний.
не понял. Получить силу из воспоминаний. Каменный меч короля драконов? Но я не помню... Вот, во-первых, у меня воспоминания еще из об огненном великане есть. И я и вот рожденным бездной воспоминаний не смотрел. А тут оказывается цеп дробящий. Магия, физика, мудрость 22. Модификатор от ловкости D. Цеп. А, это из того скелета космического, да? Наполненные силой воспоминания Астали. Наносит магический урон, стоит из тех же разноцветных обломков звезд, что и оболочка рожденного бездны. Особый навык туманность. Напитайте магией звезд рожденного бездны, проведите размашистую атаку. После удара останется теплое звездное облако, которое вскоре взорвется. Здесь огромный хлыст из ярко-рыжих волос огненного великана, которого мы совсем недавно убили. Все великаны рыжеволосы, и Радагон, если верить преданиям, ненавидел свои рыжие кудри. Возможно, они олицетворяют проклятие великанского рода. Особый навык — танец пламени. Секите врагов издалека гибким рыжим хлыстом, который пылает великанским пламенем. Вера требуется. Вера требуется. ДДД, модификаторы слабенькие. Ну и, наконец, воспоминания владыки драконов. Тут, что удивительно, это тяжелый колющий меч с модификатором главным образом на ловкость и с требованиями высокими на ловкость 37 аж. Урон комбинированный физика и молния. Каменный колющий меч, в котором заключена первозданная молния. Частица силы владыки драконов, полученная из воспоминаний. Такое оружие легко расправляется с жалкими смертными потомками драконов. Особый навык — форма грозовой тучи. Заклинатель ненадолго превращается в красную тучу. Подлетев к цели, он падает вниз и пронзает врага клинком, напитанным силой молнии. Длительное нажатие увеличивает дальность полета. По описанию, супер-супер имба. Тяжелый, с одной стороны, колющий меч, который тем маневренности дает хорошо, и при этом у него еще модификатор. Ну, хотя не цешный модификатор, но дэшный модификатор от ловкости. Ну, можем взять по его подточить. Мерцаки у нас есть. До плюс 8 мы его с легкостью дотянем. Вайка, говорится, нот. Тебе же вроде в нужном начале копернуть, чтобы оба предмета забрать. Ну, я не хочу оба предмета. Зачем мне там второе заклинание? Да, меч дракона звучит, конечно, классно. Многообещающе. Возьмем сейчас в обе руки и проверим. Только перед этим его, конечно, стоит подточить. Ибо урон совсем-совсем слабенький. Причем 7500 мне не хватит. Орел переподписан. Привет, Орел. 129 месяцев. Добро пожаловать. Так, давайте добавим этот мечишко. Тяжелый колющий меч. И сшиватель божественной кожи. А, и кукольные сферы же точно надо отдать, чтобы у нас мерцаки последние появились. Хотя зачем? У меня сейчас вроде все есть. А, у меня первого камня мрака нет. В целом, кстати, у этого меча оба модификатора мои тематические. То есть и сила, и ловкость будут нормальный скилл давать. Степа Свисфака говорит, а что с месяцами подписка стала, по-моему, косяк какой-то? Да вроде нет. Вроде нет. Но для того, чтобы нормально подточить камень, нам нужно убедиться в том, что есть... Да, блин, как я... Какой же кретин по этому? Арчер в личку пишет. Без проблем, но только вне трансляции нужно списаться и все. Давай, мерца. О, кузнечные камни мрака. По 20-25 тысяч. Но они
типа сразу, они же эффективнее где-то раза в 2.5. Поэтому неудивительно. Эти есть. У меня все есть. Я могу несколько пушек заточить таким образом нормально. Я случайно такой. Промах. Но у меня сейчас билд как раз под удары в прыжке с... Там все под это. И армор, и амуль, и пушки. Там реально хороший получается урон. Так, стартуем мы с 92.60. Ну, 92.59. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И в результате получаем... Давай, 9. Далее ачивка, кстати. God Slaying. Что-то там еще. Ну, этот меч, видимо, надо либо со щитом, либо... Кстати, а что со щитом? Я ж не дотягиваюсь по силе, да? 48 силы. Вообще дотянемся, если амуль будет. Перегруз. Тяжелый колющий меч. Плюс 10 это максималка для магического, насколько я понимаю. Так, возвращаемся на предыдущий вейпоинт. И я сейчас буду пытаться понять, куда мне дальше. Если что, корректируйте. Идем, пытаемся идти по основному квесту. Методично убиваем боссов. Ох, ты ж красиво. Я ненадолго вернусь. Хочу проверить. Да, сохраняется блок. Вот у нас еще. Так, ребята. Чуть-чуть сейчас поменяется ненадолго сетап. Я вспомню молодость. Оружейный талисман, чтобы перевеса не было. Кровотечение тоже можно заменить на что-то более подходящее. Ой, сейчас начнется. Макс здоровья, выносливость. Серию можно оставить. Мега тяжелый доспех. Убер щит с усилением блока 89. Его, кстати, можно было доточить, каменный щит. Он же тоже обычный, там камни нормальные заходят. На 24, на 25 его выточить можно. И наш. Да, чё, гулять-то гулять. Переобуваемся. Ну, я не хотел этого делать, потому что мы поменяли сетап, и я не дотягивался по силе. А сейчас мы в силу еще вкинули несколько статов, вспомнили, что есть амулет. И вдруг, хопа, бац, и мы, не переучиваясь, можем поменять просто прикид и стратегию. Сейчас вот кто-то спрашивал, а чё ты? Не это самое, без щита ходишь. Что случилось-то? Да, амуль на щит надо, что точно, забыл совсем. Амуль на щит самый топовый. Амуль на щит до соточки тянет это все дело. Повышает эффективность блока. Вообще самый топовый амуль. Сейчас нужно будет жмякнуть душ, получить, закупить камни. Ну так, разнообразие ради. Контрасту для. Все равно душ не хватает. Так, у меня там 21, да? Сейчас нам нужно вот таких вот напокупать, это сильно сказано. Хотя бы еще 4, но не хватит денег. Можно жмякнуть великий душ, кстати, так. Я все равно проверил воспоминания. Во, вот так хватит. Да, избавляемся от ненужных воспоминаний. Воспоминания об олене, например.
покупаем, соответственно, 24. Сколько там нужно нам? 10 штук, да? И дотянем щит до 24. Может быть, даже до 25 я потрачу этот камешек на дракона, который классный. Так, Мишкер, там у бабки доспех ветерана, который получше, чем у пузатый доспех. Да ладно, не может быть. Нет. Да? Так, ну не у этой бабки явно. Возможно, у бабки, которая с воспоминаниями, которая по пальцам специалистка. Можно зайти посмотреть. У нее тоже ассортимент. Там у нее разный ассортимент. Ассортимент из воспоминаний, плюс еще регулярный магазин. Да, бабка пальцев. Ну вот, получить снаряжение героев. Ветерана. И что, он лучше? Как куплены? Смотрим. Ну и где он лучше? Кипарик похуже. Доспех по большему количеству статов хуже. Лучше только по трем параметрам. Ну и полегче чуть-чуть. А где он лучше? Взял, слил душ. Мне сейчас грейдить нужно. Позволит сделать средний класс. Не позволит. Где он позволит мне сделать средний класс? Надо очень сильно скинуть. Не, здесь доспехи не улучшаются. Ну, жалко душ просто. Что, возможно, мне не хватит на грейд щита. Не должно хватить. Так, усиливаем. Тут самое главное, конечно, блок усиливается, но это уже не настолько нужно. На самом деле, я не знаю, зачем грейдить щит, если честно. Ну, будет 90, а дальше-то? У тебя и так там было 100. То есть, реально, щит не надо было грейдить. Ну, потому что с амулетом там уже было 100+. Мы проверяли, что если по тебе проходит только физический урон, и ты вот с этим щитом каменным топовым стоишь и ставишь блок, то тебя не пробивают. Просто не пробивает. Не то, что по хп тебя не пробивает, тебя по стамине не пробивает. То есть ты стоишь за вот этой вот плитой, и тех вообще плевать. Там прилетают от боссов тычки, и тебе пофиг, если это не магический какой-то урон. Так, но в целом мне все равно нужна будет, видимо, наводка от вас, куда дальше идти, потому что я хз. Я хз. Поэтому, если вы знаете, куда меня послать... Я пока осмотрюсь в окрестностях. Например, эту местность я вообще не помню. Следующий чекпоинт мы открыли, но он был тупиковым, поэтому... Вообще плевать. Вот он, геймплей пошел от бога. Я хоть бы хны, ты идешь просто.
И все, и... Вот он геймплей. А форма грозовой тучи, кстати. О, нет, нет, нет! Извини, протестил. Извините. Ой. О. Я точка, точка, точка. Так, тебе на соседнюю лестницу... Ты у нее... Ты нее, ты костер активировал. А что, 20 тысяч мелочь не считаем. А еще потерялся. Крис Хунтыч, привет. Не, я здесь был. Тебе на мост. Где ты поднялся, активировал waypoint. Да. Так, ладно, хорошо. Попробуем сориентироваться. Мост вижу какой-то. Не факт, что это он. Вон там проход, видите, рыцарь и еще один босс. Может быть, мы отсюда туда и заберемся каким-то образом. Там я был. Не, мне кажется, что вот то, куда я сейчас иду, это не тупиковая тема. На карте справа наверху прям видно мост. Ага. Хорошо, сейчас. Спасибо. О-о-о! Да, но только требует большое количество энергии. У меня заряда на два раза хватит, но урон очень хороший. А, вот этот waypoint мы активировали. Любопытно. Такой чардж вперед. Причем ты становишься... А, так мы на этом лифте, оказывается, поднимались. И вот это место мы видели с той стороны. Вот этот мост. Понял, спасибо большое. Сзади, может, тупик, может, лут, но впереди точно рыцарь и... Кстати, может, камень еще будет. Я проверю, что сзади. Может, это возврат, может, это шорткат, но я вижу, лутецкий здесь есть. Какой-никакой. А мечишка-то довольно такой остренький. Да, мне кажется, что сюда тоже рановато пока что. Кузнечный камень мрака. И тут спуск есть. Ну там рыцарь был, насколько я помню. Сюда не спускался. Лифт вызывал, помню. Ладно, давайте. Давайте лучше к боссу не будем отвлекаться на всякие сторонние темы. А что пишут? Впереди смерть отсутствует, так что атака. И Родион переподписан. О, и Родион, добрый вечер. Всем, друзья, здравствуйте. Сегодня у нас такая скомканная немножко трансляция получается. Начал за здравие часов 5, потом выяснилось, что наш старый добрый друг Роман внезапно оказался в Белгороде по рабочим обстоятельствам. И вечером оказался свободен. Поэтому отвлеклись, ездили, пообщались. И вот вернулся.
А где урон? А что ему плевать? Ну да, немножко жизни отнялось из-за того, что там огонь был. А вот это плохо, не надо так пить. Мы еще не научились пить с одновременным блоком. Как же он блочит. Вот, а потом ты просто зажимаешь блок и тыкаешь. Периодически блок отпускаешь. Что восстановилась выносливость. И... Ты просто затыкиваешь его. И вот такой у нас был какое-то время геймплей. Уродливый драконий шлем, уродливый драконий доспех, уродливые драконии, все уродливое и все драконье. Надо посмотреть на доспех, у него может быть какая-то обилка. Деформированный золотой доспех. Снаряжение безобразных стражей древа, украшенное изображением драконов. Просто тыкнули, убили. Но впереди, кажись, босс будет. Ну, то есть не кажись, а точно. Что здесь? Не смей. Окей. У меня не так много просто бутылок. Впереди смерть. Может, это собака? Впереди морок. Проходим через туман. О-о-о-о. Священник зверь. Человек, приблизившийся. Предназначенная смерть. Музыка играет эпическая. А я стою. Прикрылся просто бетонной плитой. Вот это сейчас зря. И ковыряем его немножко. Просто, просто элементарщина. Там челлендж на убийство Мелании дали. Он не может пробить наш щит. Вторая фаза вообще. Геймплей называется. Ну а что ты превратишься? Чем ты меня удивишь вообще? Блок не пробивается. О, смерть. Стань моим клинком еще раз. О-о-о. Что? Ло, это тот кинжал, что под церковью лежит. С пятью пальцами. О-о-о. Что? Что за пес? Это наш старый знакомый пес? Или просто пес? Мама родная, что за зверь? Я думаю, что он блочится. А чё у меня с ХП?
Че мне с хп? Ребята, а что такое? А что отнимается, я не понял. О, вернулась. О, упала. Ой, плохо. Слушайте, это какая-то дичь. А что с КП, я не понял. Мы погибли, ребята, мы погибли. Здоровье постоянно отнимается, как будто, я не знаю, что это, магия, тьма, что это такое. Пришло время тучки, возможно. Проблема еще в том, что надо как-то до него успевать еще добегать. Ладно, до него недалеко бежать. Чем сможешь мне... Ну да, здоровье так немножко подрезано было. Ну некрасиво он поступил, я считаю. Что это такое? Что за магия такая, вуду у него? Это же твой любимый смертельный огонь, Миша. Мой любимый смертельный огонь? А никогда его не любил. Макер бегает с надгромией в Мерифорже. Смотри, что, как я умею блокировать. Не чувствую вообще. Это идеальный воин. Зажимаешь блок. И тыкаешь человека. Сейчас я душу возьму только. Но первая фаза это первая фаза. Где урон? Я не чувствую. Вот подходишь и тыкаешь его зубочисткой. У ворот и механика, что такое? Не слышал. П, превращайся. Ой, плохо. О, мы его, кстати, нокнули. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не успею. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не успею. Жесть какая. Че так больно, да все равно. Да брось, ты че? Да ты, подожди. Подожди. Есть подозрение, что блок нам здесь не очень поможет. Но два раза юзнуть обилку, и все будет ок. Блин. Так, убить Миланию без вызова праха. 50 попыток, Миланию без вызова... А где эту Миланию найти можно? Ребят, давайте, может, сначала я быстренько 5 косарей у Арчера отожму, а то там челлендж очень хорош. Кто-нибудь скажет, как мне до Милании добраться? Кажется, это доп. Локация, типа, самый классный босс. Это через две доп-локации другие. Ой, понятно. Ой, Арчер какой хитрый, хитропопый, а. Это опциональный босс, и имя ее Милания. О, и имя ее Милания. Шимида. Подожди, это как вообще? Я аж под боком стоял, слышишь? Где мои души? О, транзистор придет. Локальная запись. Надеюсь, что есть. Сейчас проверим. Секундочку. Да, есть. Красиво, Михаил. Красиво, альтап был просто. На кончиках пальцев. Кармик убил ее с 200-го трая. Ну ты же видишь, какой у нас тут воин могучий. Фаза.
А где урон? А, то есть, когда он красненьким попадает, это все, это трындец. Это все. Ага. Я понял, смысл. Серьезно? А чё так больно? Чё так... Тихо! Охренеть, ты бешеный, а? Я хотел перекатиться. Это было жалкое зрелище. Так, ну неужели мне сейчас нужно будет, блин, доставать парные клинки и пытаться её передепейсить на второй фазе? Не, ну в принципе... Что за пуха? Да, забей. Я решил. Можно, кстати, вспомнить нашу нашу классную алебарду. Может быть, она даже будет лучше. 220. Не, здесь очень хорошие скейлы. 225, 90. 410, да, 420. Еще сверху 220, 640 урона. А если мы берем какую-нибудь нашу на Тинаки дату, то там она сильно просаживается. Но зато кровотечение, но... Не, не... Тыкать или не тыкать, вот в чем вопрос. Ладно, давай попробуем. Попробуем вернуться в лигу дуалочек. Правда, вместе с возвратом нужно дохрена всего поменять. Поменять, во-первых, удар в прыжке. Поменять. Может, кстати... Так, а что, с чем я ходил вообще? У меня все же разумно было, правильно? Кровоточащие были. Не могу вспомнить. Возможно, выносливость была. И вместо веса снаряжения тоже что-то было. Три металлических яйца? Урона флаконов. Да. Давай общий резист. Хрен его знает. Можно попробовать сейчас в среднюю отправиться лигу, да? Через ветерановский доспех. Может быть, даже... Вместо выносливости бахнуть снарягу. Тогда мы в среднем снаряжении были. А, подожди, нет же, у меня же еще армор. Этот. Тоже с перьями. Как он называется? Перья хищника. Тогда, может, мы даже, да, в среднем останемся без... До Милани, говорят, идти долго. Так, надо сейчас быстренько переобуться в человека, который умеет перекатываться. Это не просто, потому что умение переката, оно быстро... Ну, во-первых, тему офсет нужно понять человека. А у него две фазы. И опаснее именно вторая фаза. Но нужно как бы офсет все равно посмотреть на первой фазе. Извините. Можно забить на эти 50 тысяч душ, потому что... Моление — клинок Микелы. Моление — это у Трампа жена. А-а-а. Ага, я понял тебя. Я говорю, не рычи. Ух ты.
А какой он резкий. Вы видели? Ага. А, вот так вот даже. Нифига себе. Да как-то? Он резкий. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты! Опасный чувак вообще. Да блин. Довели до второй фазы кое-как, но вторая фаза опасней. Нельзя вы просто. Что-то плясал. Глупая погаши душа, для чего тебе предназначена смерть? Для кого ты желаешь убить? Тебя, пес, убить! И воспоминания дали. Просто с первого трая с дуалочкой. Первая фаза была сложнее, чем вторая. Там столько урона влетало в него. Ну и как-то на чудесах там 2-3 переката сделал на старте и удалось серию сделать. Реально на шару там было. Там руны отсыпали? Отлично. Читер. Лол, пишет Red Behelit. Behelit. Behelit меня веселит. О-о-о-о. А что это у нас тут? Запушка, воздушка. У старушки в крепости руна смерти свободна. Я этого пса знаю. И зловещий рок смерти навис над Междузерьем. Но огонь также сожжет густые шипы. А, так вот, мы все-таки попалили дерево жизни. Прощай, погасшая душа. Это что, плохая концовка? Не-не-не, подождите, это не может быть финальным боссом. Скоро ты обретешь yet. Власть над Элденом. Нормально. Власть, которая не снилась. Моему отцу. Не, ну пес вообще развалился. Что-то он прыгал, бегал, что-то стрелял. Так ни разу не попал. Ну ладно, разок попал. На утро после. Нашу самурайку не узнать. Она каждый день в новом наряде. Сейчас в новом прикиде. Сейчас вот смотрите, в эти варежки у нее. Вот это Лока. $220,000 душ. А, это Лендейл. Лендел, точнее. Столица пепла теперь уже. То есть они взяли и локацию дополнили. Ну хотя. Отдыхаем. Нет, коня. С другим шлепом и армором катсцена выглядела бы менее драматично. Конечно, тут все на арморе. Все на прикиде.
Узри древо Эрд высится и по сей день. Гордое и непоколебимое. Пламя погибели лишь немного опалило его. Ха-ха-ха. Значит, мы все еще златоглазые. То есть безумные. И мы движемся, похоже, прямиком к древу. Гоу Меланию почем надаю. Да, может есть какой-то более быстрый способ до Мелании добраться. Откуда? Куда мне? Ну, 5 косарей не лишние вообще. Говорят, это очень хорошая локация, очень хороший босс. А я чувствую себя вообще неуязвимым абсолютно. Готов просто показать, кто здесь батя. Просто скажите, покажите пальцем, куда нужно идти, и все, я пойду. Изи 5к. Подъемник Рольда. Опять? Да, его 25. Вы чё? И сколько можно подниматься, опускаться? Туда, говорит, на север. А, туда. Туда. На самый север. Вот сюда, видимо, да? Тайный путь к святому дереву. На север, на север, на север, на север. Угу, понял. Холодает. Прохладнеет. Слушайте, а могу я проскакать? Я могу сейчас взять же коня и показать, как можно спидранить до Мелании. Показываю. Правда, не знаю, куда идти. Но скачу. Куда-то на север. Ну, маркер у меня наверху есть. Туда. Вообще горе-воин. Чё-то кто такой вообще? Пёс. Успокойся, ты даже не босс. Так, вроде как... Так, вот взрывы. Надо бы карту не пропустить. О-о-о-о-о, полегче. Люди со знаменами ходят. Ходят, ходят. Ходят, блин, ходят, Миша, ходят. Нет! Красиво. Впереди секрет. О, сейчас мы все секреты найдем. Секрет твоих побед. Ля какой. Ага, вижу какую-то башенку. Распогодилось как-то, да? Да, карту мы не профукали еще. Ходят. Ходят, ходят. Так, вижу. Совсем не секрет, это просто... Можно попробовать гоп-стопнуть великанов с этими супырями. Они наверняка там в телеге что-то ценное везут. Хотят и ходят, но подумаешь, да? Да. Ну что, ребят. Даже не хочется их трогать, если честно. Они такие безобидные, что... А что, никак? Так, а ну-ка, ребята, чё везём? Остановились. Топает ещё такой. На колени перед бобром. 1000 урона, блядь. 1000. Ну, я надеялся, что хоть сейчас лут появится. Только не тени бигфутов. О, это, кстати, посерьезнее, чувак. Помните, еще у него тройной выстрел есть. Тихо-тихо-тихо. Капитан подчеркивает Нерчика, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я Меланию на рулейде убивал кулаками без прокачки. А, неловкий момент. Такой выпад был. Шпагистый у него. Так, а что там? А Мелания, она вообще нормальная? Как там? Сложный босс, несложный? Кто разбирается? И Холи Флауэр тут же краба ставит.
Ой, короче. Душнило. Чувак со шпагой оказался сильнее гигантов. Значительно сильнее. Так, впереди какой-то город, но мне кажется, что... Все от лукавого, надо скакать просто на север и все. У нас же задача не исследовать локацию, найти пещерки и там поубивать кого-то. У нас четкий заказ на Миланию. Так, тут вторжение или что? Почему меня с коня согнали? Алло. Я хотел на коня. А коня-то нет. Вторжение, кажись. О, Анастасия, пожирательница погашек, начинает вторжение. Настя, подари мне счастье. Настюха, шприц мне в ухо. Что с лицом, Настя? Давай лучше я к тебе вторгнусь. Драконий кузнечный, на-ка, мятежник. Так мы будем поступать со всеми мятежниками на Гудгейме. А, мы, а ты помнишь зеркального рыцаря из... Да, вот он такой же. Мы помним, да, рыцаря из... Так, а может все-таки карте, Михаил? Вон она виднеется. А мне прям нужно на север-север, да? То есть правильная стратегия — игнорить окружение, да? Просто если я не туда сверну, а говорят, что до Милании еще там 3 часа идти. Найдена новая карта. Заснеженная. А куда мне? В замок вот в этот вот? Или еще севернее? Или на древо? Можете направить. Пещерки, тут столько мест. Да, в замок. То ли девушка, то ли видение. Я оглянулся посмотреть. Милани уже нет. Точнее, нет, это Анастасия. А вот и локация. Такой призрачный оттенок, да? Зеленовато-серый. Ребята, видимо, тут тоже будут такие полуживые. Ордина, литургический город. Литургический, хорошее слово. И благодать. Какой ты левел? 130-й приблизительно. А, тут ребята на своей волне, да? Такие непоколебимые абсолютно. Волки невозмутимые ходят. Милания! Милания! Родная. О, я, кажется, вижу, куда надо идти. Меня прям ведет эта торжественная лестница наверх. Но там печать. Печать. Ты не имеешь права, ты не имеешь права. Или какая-то другая. Закрыта печатью. Требуется монстр. Требуется монстр. Типа духа какого-то привести, да? Сейчас он, сова, открывай, медведь пришел. Сейчас. Ах, без выносливости. Или кого-то убить. Вполне вероятно. Тут, кстати, зажгите огонь на 4 статуях. Войти. То есть 4 локации, да? Ага. И чё? 4 монстров. Ну, я видел, там псы находились по дороге. Красные эти. Пятна крови. Ах ты! Охренел, что ли? Я капец опасный. Не подходи ко мне. Да ты... Да ты, блин. Да успокойся. Чё ты хочешь от меня?
Может, на печать перевести его? Я не вижу, он меня бьет. Да ты иди к черту! Может, вода где-то есть? О-о-о-о-о! По звуку тут можно пытаться ориентироваться. Ага, шаги. Да ты чё? Вообще. Я вижу. А толк? Блин, ты душнило какой, а? Да ты как? Ах ты, тварь, мразь! Ах ты! Как? Так, 68к. Ну хорошо. Какой вывод? Вывод в том, что либо нужно что-то массовое, либо нужно его в какое-то закрытое пространство, чтобы он там не крутился, не вертелся, а я тыкал и постоянно попадал. Минус 70к. Мамки, ой, бися, минус 70к. Вот в течение 30 секунд будет плюс 70к. Головолом очка, угу, да. Минус 70к у него. Плюс 70к, давай. Минус 70к. Вот. Так, надо найти место просто, где войти. Вот здесь хорошо будет. Лестники какие-то. Ага. Бежит за мной. Ах ты пес, ах ты пес. Да тво... У меня есть тактика. Скринти сейчас убьем. Готовы? Сейчас покажу. Сейчас вот с первого трая убьем. Надо зажечь 4 святые у статуи просто. Ну чё, ну чё началось-то? Ну чё-то задушнило. Зажечь просто. Статуи. Ну зажигай, если надо. Ну чё ты умничаешь? Кто бы совета просил? Так, погнали. Сейчас покажу. Страта простая. О, чувствуете, да? А? А? Давай вот так. Или все-таки... А? Жердяй какой, а? Красавчик просто. А что так тяжело, что так тяжело?
Что бы еще такое поставить? А, щит же нужно. Все. Готово. Вот он идет. А! Сычок. Да блин. Да блин, подождите. Не-не-не, что-то тактика не работает. Блин, сука. Какая грязь. Был до этого, кстати, в пещерке такой босс, которого вообще не было видно. Мы его еле-еле с Олегом на пару заковыряли, при том, что там было видно... Вода, короче, была видна, мы видели. Я не знаю, что вы там скринили. Ну, как бы не считается вообще. Ну, я считаю, что не считается. Без Олега никуда. И ни туда, и ни сюда. Давай танковые клинья и ковровые бомбардировки. Угу. Он еще достаточно плотный. Я же залогинился, чтобы почти не стратегию вырыть. Такие трэш-басы просто. Да надо пытаться заковыривать его, какого черта? Они что-то повсюду будут. Нет. Да блин, ты тва... Как же он давит, а? Да я вижу, где он, а толку? Вообще страшный капец. Вон он. Да, снег нужен мне. Снег, следы. Да черт, я... Да... На снегу следы. О, спасибо, чемпион! Такой прям... мозг. Бесячий покеткет. Напиши еще разок, что на снегу следы. А то вообще непонятно. Я этого не говорил. Ох! Ладно, поехали. Яблоки на снегу, да. Я не могу еще понять, когда он захват делает. То есть это ж тоже надо как-то ориентироваться, то ли по звуку, то ли по... Впереди невидимый человек.
Ага, он уже здесь. Да! Я не увидел здесь следов. Да ты щи... Охренеть. Иду в отрыв. Да это капец просто, забей. Так, ладно, попробуем мимо него. Да нет, там души забейте, души все равно было-то мало. По нынешним меркам эти 50-60 тысяч это ерунда. 4 печати зажечь, да? Может, вызов кого-нибудь поможет. У меня, конечно, маны нет, но... На сокола, может, хватит? Боевой ястреб есть. А, мы можем вызывать же на очки здоровья еще. А что по Олегу? Олег Грейженный. А, тут нельзя вызывать. Очень жаль. Ладно, пробуем. Сейчас, может, смазочкой какой-нибудь. Я что-то так смазал? Не нашел, да? Как он умудряется еще огрызаться так серьезно? Вот он. Зарю же. Чуть-чуть. Да ты тварь, как ты вообще, как ты? Вижу. Не вижу. Захватом. Да ты тварь. Возвращаемся. Черт, он еще не последний. Надо выводить на снежную штуку, потому что вот эти вот у него скачок влево, скачок вправо. Ах ты, ёпрыса ты. Я могу не успеть здесь вылечиться. Вот он, здесь уже. Ай! Беги, короче. Пытаюсь убежать.
Вот здесь можно попробовать. Да блин! Да не видно просто его ни хренашеньки. Вот он. Что он делает? Понял. А, он же здесь. Ах ты пес. Ах ты уже здесь. Да твою налево. Нет! Так, куда бежать, как лечиться? Беги, 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 беги. Ага. Да нет! Ну. Кажется, он стопешился на свой респ. Где его находил? Это вот здесь вот. Послышалось или нет? Он умер. Как он умер? Как он умер? Ну, он умер. Забегай в дом, закрывай дверь, тыкай копьем из замочной скважины. Это по-нашему. Вообще идея забраться повыше, она мне нравится. О, как? Охренел, что ли? Кто-то еще стреляет. Ай, ах ты пес. Какая сволочь стреляла? Охренеть. А, я понял. Все равно забираться туда как-то. Шмаляет просто. Да как ты, блин? Да ты с... Я же бегу!
А мобы здесь не рясаются, слава тебе, Господи. То есть мы, по сути... Ты ведь тоже лучник. Ну, ты видел, какой у него урон, чтобы перестреливаться с ним? Жесть. Там ты бежишь, а стрелы на несколько метров просто в другую сторону. У нас, кстати, есть щит, который отражает выстрелы. Магические именно. Может быть... Как он там называется? Вот этот вот. Большой щит древа. Нужна вера. Веру мы организовать можем, на самом деле. Но щит тоже такой... Не самый изявый с точки зрения использования, но даже обычный блок, я думаю, здесь будет полезным. Будет полезен. И вместо катаны ути-пути Нагинатану, Нагинату возьму. Это вот наш тыкльную. Мне кажется, надо наверх. Во-первых, потому что здесь метки стоят. Во-вторых, потому что я там видел одну лестницу, вторую лестницу. Ничик Ферд подписался. О, Ник Ферд, спасибо за переподписку. Добро пожаловать. Добрый вечер, друзья. Да, что-то не очень. Да ты... Там вся выносливость просто. Дим Флэш говорит, бобер уже не тот. Блин, ну мама твоя уже не та. Бобер тот еще. Ты попробуй поиграть. Бобер уже не тот. Что за дела? Погнали. Не уверен, что это лучше стоп оружием. Ахаха, не та. Ну да, классика. Ну а чё он? Раньше бобры, по-моему, не шутили. Шутили. Шутки за 3000. Не, ну а чё он? Так, давайте заберемся и сразу встанем так, чтобы был блок от второго. Все равно не хватает выносливости, чтобы нормально работать. Да. Где отражение, блин? Вот где отражение? Я сейчас поймал, вроде... Точно обилка щита. Да, давай, Дим Флэш. Смотри сам. Нам кажется, сюда. Еле-еле. И второй лучник. Но вот здесь, наверное, уже... На пролом-то не пройти им. Так, давай попробуем все-таки отразить выстрел. Как это? Не отражает ни хрена. У меня есть там какой-то блочный лук. Есть большой львиный лук. Я их не грейдил, урона никакого. Скорее всего, сейчас будет такой нелепый урон. Стрелы не достали. Он вроде магии отражал. А здесь что? Да, займет какое-то время, блин.
Хорошо, он кривовато стреляет. Стрелы закончились. Золотая стрела, ну там... Я с луком уже давным-давно не хожу. А, сейчас попадать начал. Да, может, мощный. Мощный отлично заходит. Прям вот так, как надо, заходит. У него... Он убивает меня с трех выстрелов где-то. О, Black Hawk Down, нормально. Так. Там, видимо, наверху одна из печатей. То есть, по сути, нужно сначала сюда. Причем мне, скорее всего, сейчас спину продолжат настреливать люди. Ну и как-то нужно забраться. Без коня, да? Без коня. Это уж совсем странно. Видите, там, где свечение, там, собственно, печати, похоже. И одна прямо здесь под боком. Или я допрыгну отсюда, хрен его знает. Мне далековато. Далековато. Ладно, попробуем на эту крышу несколько по-другому забраться. А, вот оно где. Оказывается, обходной путь есть. Возможно, даже отсюда стоило... А, не-не-не, тебя бы Макс с той стороны бы спокойно отстрелил. Зажечь. Ага. Аналогичная статуя, кажется, на соседней штуке. Уверен, что где-то спрятана. Спрятана еще похожая вещь. Так, а мы здесь не свалимся? Нет, вроде не свалимся. Так, к этому как-то товарищу мне подходить. А-а-а, может быть, даже и не удастся запрыгнуть. А, не, удается. Блок, 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 блок. Отлично, сблокировано. Дай! Причем он довольно часто стреляет, понимаете? Вы не можете в паузу спокойно выпить бутылек. Я определенно оставлю щит, тот или иной. Возможно, возьму что-то порезистней. У этого 66. Ну, это тяжелый щит, видите, я не вытаскиваю. Хотя как бы нужным. А не вытаскиваю я почему? Не хватает силы. Так мы будем его вытаскивать, да? Лук лесом, тяжело нагинат, погнали. Да, с грубиком как-то понадежнее ходить. Ну, у него почти в два раза лучше будет сопротивляемость. Ведь магия 77. Ну ладно, на треть. Там 66, 77. Да, чем ближе к сотке, тем ближе к нулю получается. Хорошо, что ассасинов не нужно снова убивать каждый раз. А то это было бы то еще испытание. А вот нужно ли снова зажигать? Это хороший вопрос. Ладно, Мишань, понимаешь, что жду завтра Милани. Эй, ну слушай, давай еще часик, я сейчас добегу быстренько. И быстро убью. Арчер. Я же ради тебя на Миланию пошел. Исключительно. Что тут осталось до нее?
Добежать-то всего ничего. У меня нет 15 часов. 15? Да я почти уже дошел до нее. Ладно, давай, до завтра. Зажжено уже. Вот Арчер, конечно, тролль. То есть реально он меня послал куда-то на десяток другой часов. И ливнул. Поговорим. Сижу до 12. Ей! Ну только говори, где Мелания, чтобы я быстрее до нее дошел. Что здесь нужно сделать? Есть там 34-й огонь? Давай. Все, все, все. Все, на Меланию идем просто. Давайте, спидран. Куда сейчас? Печать по-прежнему закрыта. Да падаю же, ну. Ай! Падаю. Может, еще в узилище есть? Там две включить. Осталось два огня. Снизу в центре. Снизу в центре. Снизу в центре. Второй от старта. Справа по низу оббежать лестница будет. Все, спасибо большое. А здесь могут быть ассасины, кстати. А я опять без шляпы. Ладно, справимся. Я его уже слышу. Да, лучник. Снизу справа бежать будет лестница. Да, ну. Ага, вот этот убийца. Да ты чё? Ай, он забил. Да блин! Да как ты... В центре Миша. Да я уже справа побежал, блин. Да... Там, где первый ассасин был в центре. Здесь, кстати, хорошо было бы встречать. В этом коридоре ему некуда деваться. Так что внизу с ассасином первым. Блин, ну сейчас я даже не знаю, но у меня разные сетапы оружия. Может, вместо этой что-нибудь помощнее поставить. А что тебе помощнее есть? Ну хотя бы вот грейжены, да, что-нибудь такое. Так, там, где первый был, лестница, да? Сначала нужно все равно печать врубить. На ютубе не включили трансляцию? Не знаю.
Вон справа какая-то реально лесенка есть. Нет, не лестница, а алтарь. От лестницы в противоположную сторону. От какой лестницы? Подозрительная штука. А, вот же факел прям. Так, остался последний. Как она выглядит? С такими арочками. Не хочу на ассасина идти. А, вон она, похоже. Эти свечения зеленые. Немножко поднята. Осталось понять, как туда забраться. Плюс тут ассасин. С крыши, видимо, запрыгнуть. Окей. Это не тот. На башне справа ласт. На башне справа. Последний в стране, где ты второго ассасина встретил. А, вон. Вижу все. Спасибо. Вон он. Опять же, нужно понять, с какой стороны забираться, как забираться. Ага, вот она. Спасибо. Не тут, а там. Да, не там, а здесь. Лево, направо. Это четвертый. После этого, возможно, откроется печать. И все, и мы уже у Мелани, получается. Правильно ведь? Да, Арчер. В городе спала печать. Все отлично. Опа. Опа. И сразу тут меня прерывают. Ну, почти. Ну, отлично. Почти дошли. Ой-ой-ой-ой. Вроде печать спала, а проще не стало. Воздух раз. Можно так оставить, без кровотечения. Погнали. Телепорт. Требуется монстр. Непонятно. Погнали. Отправимся в другое место. Святое древо Микелы. Ну я же говорю, Микела, все. О, тут еще дудят. Самый север это на дерево. А, секрет пропустил. Это нормально. Если бы я его искал, то я бы мог его пропустить. А так я просто прошел мимо. А что по коням? По коням нет. Муравьи мои любимые. Дудисты. Опа. Да, там прям уже я зацепился ножкой, но это было уже все. Я бы отсюда добежал за босса за минуту 15, но я прекрасно знаю, куда идти. Тут непросто. Да ладно, ну ради... Подождите, ради... Засекайте. 23:05. Погнали. Я знаю, куда здесь бежать. Не надо. Ух ты. Ух ты. Ой, меня прям заносит на поворотах. Общее направление вниз к древу. Там помог.
Инфа 100%. Ой. Ой. Оу. Ага, вижу, вижу, вижу. Красная гниль, ну ё-моё. Получилось, лестница не поможет, поможет. Вот уже следующий waypoint. Это раз. Б, благодать. О, утраченная. Садимся. Вижу следующую лестницу. Что за люди, а? Не задерживайся, Михаил, тут. Не падай только. Можно было вниз. О, какой злой. Но если есть лестница, надо ей пользоваться. О, ребят, вы чё? Вы чё? Не-не-не-не-не-не-не. Кажется, это была плохая идея. А меня здесь ждали. Грибы. Обнимашка. Обниматься хотят. Да, похоже, это просто место для лута. Хотя я могу сюда. Я могу сюда. Я могу, я сделал. Я спустился. Нам нужно двигаться в центр древа. Все выше и выше и выше. Я думаю, в этом... Эй! Как? Птица? Какая птица? А, сюда. А я не мог снизу то же самое сделать? Нет, отсюда пришел. Блин. Но мне не хочется вниз спускаться. Мне кажется, низ это не вариант. Если предлагают идти наверх, надо стараться идти наверх. Прыг-прыг. А здесь мы не допрыгнем случайно? Не похожим. Да и дальше там бесперспективняк. Это, похоже, угол вообще. Отсюда мы не допрыгнем, да? Точно? Давай еще разок. Там еще одна лестница, но этого... А, вон, вижу, как все. Все. Все, поехали сюда. Да ах ты, смотри, какой, а. А не здесь ли я забирался? Здесь я забирался. Как так получилось, Михаил? Ребят, если что, направляйте, пожалуйста, потому что время уходит. Арчер скоро ливнет, а нам нужно Микелу убить. А, я могу сигануть здесь, да? Нет, похоже, тупик. Все-таки вниз. О, талисман жемчужного дракона плюс 2. Что дает? Сопротивление не физическому урону, то есть all реза фактически. Возьму. Причем он дважды улучшенный получается. Раз. Сможем. Сможем. Погнали. Что здесь? Здесь. Опасненько. Ай-яй-яй-яй! Умру. Нет, нормально. Вниз так вниз. Цветки. Цветки — это плохо. Опять красная гниль. Заразился. Ой, лучше бы я серию сделал. Ой, ч... То, что ты видишь, это шорткат снизу. Да, я забыл, что это не бэкстебится, гад. К сожалению, видите, не удается.
Так, за Микелла в другую локу, тут Малене. Мы на Малене идем. Мы просто путаем. Их они похожи. Так, то есть, ладно, давай вниз. Вниз так вниз. Раз. А, вон там еще следующее. Подождите. Два. Три. Неудачное место. Так. Нет! Да, как в прошлый раз. Все, пока не понимаю. Я никуда не двигался, меня просто он вытолкнул разворотом. Да. Я хоть правильно иду? То есть мне туда? Да, окей, спасибо большое. На дно, понятно. Я, наверное, поверху тоже попробую пройти, потому что я все равно... Ага, лесенка, да? Ах ты, блин. Да, ах ты, тварь. Нет. Да черт возьми! Да, есть еще. Дошли до благодати, это следующий чекпоинт. Сели. Как же вас много. Нормально вроде. Что там светится опять? А, это ты. Ай. Тихо. Выносливости нет. Да тво... Все поймал. Блин! Все поймал. Все три удара. Медленные, примедленные. Все три поймал. На полное здоровье просто. Так. Я прикинул приблизительно, куда мне нужно уже все. Направление уловлено. Правильно сказать. Уловил. Решил взять лут. А потом лицом просто проказ словил. На полное здоровье. Просто без шансов. Такое впечатление, что там еще запас был по урону у него. Да, добрый вечер, доброй ночи, Тугуз. Сегодня...
Сегодня я страдаю. Ну как, мы поубивали боссов, уже там пошли по финалочке, и тут пришел Арчер, он в чатике еще есть, и говорит, давай за там сколько-то там 100 траев или 200 траев Микелу убей. Говорит, босс хороший. Вот, ну чё, я не будь дураком согласился. Блин, это гадкий товарищ. О, похоже на арену. Да. Маг впереди, собака. Есть. Вижу. Ой, сейчас будет. Нормально они там дэмэджат. Так, как насчет изменения сетапа, Михаил, опять? Вообще он... Так припечатало. Миша, где урон? Ну, я не знаю. Заходит Арчер в бар и говорит, убьешь за 1000 траев Милену. Вообще изи. А почему я не на Мариковском храме резнулся? Какого черта? У меня был выбор резнуться где-то в другом месте. Да вы что? Да ты я... Там же был храм. Там же был, блин, храм. Там был храм. Я уже не уложился 15 минут. Да урона не было, потому что я коня фактически не атаковал. То есть я уворачивался от его прокастов. Чай великолепный, Михаил, keep trying. Еще одна минута, шансы есть. Это вообще сзади два босса были, помните? Мне что-то кажется, надо было щит переодевать. Да вон там Мариковский храм есть. Какого хрена? Да вы что? Ну вот, это же оно. А, это призыв. Понял? Призыв. Не устраивает. Я не то тыкнул, извините. Да и... Ах ты пес! Я забыл про этот скилл. Ой, блин. Не, удары у него достаточно простые, просто осложняются это вот этими вот магическими штуками.
и осложняется тем, что до него бегать долго. Фактически это был только второй трай. А бежать мне до него прям очень неприятно мимо этих магов. Сейчас поищем шорткат. Там было еще три дорожки, на которые можно было свернуть. Похоже, это шорткат, кстати. А, погоди. Мы не факт, что допрыгнем до туда. Давайте лучше я дойду до туда через дорогу. Через мостик навесной. Ну, направо. Там тупик явно и... Осложняет ситуацию чувак, который справа. Блин, да что ж вы такие... Серьезно? Блин... Нет! Твой... О! Да я еще тут боялся перекатываться назад от удара, потому что это жесть просто. Просто жесть. Ну что там, ты улетаешь назад просто. Ну и колотушечка тоже на 2 трети хп такая просто. Давайте попробую я запрыгнуть к нему так по-аркадненькому. К этому магу в спину, потому что... А, это улиточка вообще призывает, понятно. Этих чуваков призывает обычная улитка. Там напевает и призывает. Так что давай здесь. Не торопись, все будет хорошо. Ну как не торопиться, если у нас... У нас Арчер ждет, когда мы это будем убивать. Ай да я. Только это не... Не оно. Да ты что, сейчас он борду? Это не шорткат. Шорткат, возможно, с той стороны. Но есть только еще один мостик. Возможно, это он. Да, лифт, скорее всего, шорткат. Да ч... Блин, да вообще не расслабиться, прилетает просто! Да? Да. Хочется... Ну, сел уже в лид, все, поехал. Нос почесать хочется. Почесано. Так, а в какую сторону? И там лестница, и там лестница. Пошли сюда. Все, пойдемте. Но это не тупик. Там новый лифт есть. Сейчас к боссам. Да, да, конечно. Да, внимательно. Не атакуешь до его атаки. Просто два удара и фулл хп, просто минус. Не, ну у него движения простые. Простые. Он молодец.
Надо еще лифт возвращать. Какой же блит имба, кому вообще в фромах пришло дать ему процент урона сумасшедший. Нормальная тема. Мне нравится. Все, отправили лифт, так быстрее будет в следующий раз. Да, возможно, зря я остановился в прокачке здоровья. Не хватает его. Силы слабые. Чуть позже надо уворачиваться, уже после выстрела, от этого выстрела непосредственно. Хорошая тема, что когда он кастует, вот поднимает вверх и начинает вызывать вот эти вот, вот эти 5-6 выстрелов, когда заряжают, есть время для того, чтобы его покоцать. Там же еще добавится парочка движений на второй фазе у него, если я правильно помню. Блин, вот такой размашистый удар опять. Ах ты, ах ты, ах ты, а ты... Красиво, конечно. Ой, плохо. Три удара, между прочим. Пять даже. Ага, не угадал я это. Пять. Ух ты. О, фаза. Изи. Нормально. Но он красив, конечно. Мастерство Лоретты. Боевой серп Лоретты. Боевой серп Лоретты. Не вижу его. Промотал, видимо. Вот он. ДДД, мудрость, сила, ловкость. Магия, физика. Техника Лоретты одного из королевских рыцарей. Прыгните вперед, напитайте оружие чарами блестящих камней, приземлившись, нанесете врагу размашистый урон.
Классно от последней серии я поперекатывался, то есть там от всего. Чё с этим? С благодатью? Благодать не нажимается. Что за баг? Ты не имеешь права. О, ты не имеешь права. 200 тысяч душ, а я не имею права. А сколько у меня там по челленджу от Арчера? Не, высоко. А, все, извините. Неловкий момент. 50 всего. Стоп, а тут как будто уже следующий босс. Может, надо было... Ну, слушайте, я бы сначала начал с абузом. То есть взял бы какую-нибудь стыкалку нашу, наточенную. А где она, тыкалка наточенная? Можно оставить пока копье, ладно. Хотя нет, не надо оставлять копье. Дальше поставить... Ну, я не думаю, что Арчер предусмотрел все. Не думаю, что он пытался с ультимативным щитом и фулл-сете проходить. Что поставить в качестве основного оружия? Это невыносимо. Сперва ценный предмет. Ой, сколько тут крови, а. Ну, ценный предмет — это сундучок наверху. Чем больше шкаф, тем громче падает. Да. Вот здесь драконий кузнечий. Может быть, ноги на татуму про это самое дотачить до 25. Или взять реально вторую пушку. Где у нас там огромный этот меч был, который мы до девятки доточили? Вот он. Каменный меч короля драконов. Хорошая тыкалка тоже. Из-за блока нормально тыкается. На 20 тысяч душ? Мне кажется, это была ошибка. Надо вернуться было и потратиться. Спускаемся. А может, благодать здесь будет, черт его знает. Как-то глубоковато. Очень глубоко мы спускаемся. Ой-ой. Ой-ой. Эльфаэль, опора святого древа. Просто еще лока. Шикарнейшая. Ну просто... Впереди какой-то враг, вижу благодать. Да ну брось. А, захват, да, захват это опасно. Да брось. Ну не надо. Ну брось. Ладно. Ах, ты хотел второй раз меня насадить тут. Просто затыкано. На кого он? Передал привет Роме, да, передал привет. Брату передавай привет следом. Видишь, я все узнал.
Так, ну что ж, сила, стойкость, стойкость, сила. Давай силу. Чтобы, возможно, от амуля избавиться на силу. Поставить что-то более полезное. Да, выносливость, вес снаряжения, все там, и жизни, хороший амуль. Друг является введение. Ух ты. Ух вы какие. Ребят, я пошел тыкать. А когда босс? Помним, что у нас есть еще форма грозовой туч. Сперва и годится. Тут тоже вниз, понял. Ну что, я погнал. Вниз. Вниз. Все ниже и ниже и ниже. Ой, тут очень нехорошо. Ой-ой-ой. А куда это я пришел? Я нажимал перекат. Только не кидай меня в терновый куст. Ах ты тварь. Ой, там еще целая очередь просто. Спасибо. А я жив. А нет. Так, давайте сейчас я попытаюсь побыстрее добежать. Мне кажется, человек, который говорил, что за 15 минут добежит, потому что знает, куда бежать, он лукавил, потому что как минимум тут между мной и тобой был еще босс один. Короче, давайте, куда мне? Прям падать вниз, да? Я могу срезать. Срезал вроде. Так, тут что-то не режется. Мечи видны там лутецки? Там есть скип спидранерский через лифт. Ага. Опять ругательство. Тройные кольца света. Это, кажется, все-таки молитва или что-то в этом роде. Ах ты! Чё? Ты не сможешь меня контратаковать через блок. И на того напал. Рр. Ага, лифт. Подъем. Там древо стоит просто. Может быть, кстати, здесь надо было прыгать в ту сторону. Я не знаю, куда я ползу. Мне вниз, да, наверное, здесь? Тоже можно было спрыгнуть. Там метка стоит такая интересная. О, тут наверху, оказывается, лутец. Меч рыцаря Микелы. О-о-о! На меня там внизу ждут. Да иди уже, ну. Иди по своим делам. Меч рыцаря Микелы. Ждите, он тут ходит еще. Так. Куда? Лево, право? Скорее всего, на древо, стало быть, сюда. Долгое очень древо. А, ну там как будто затянуто все деревьями, как будто либо мне дерево нужно убить, чтобы пройти, либо... Молодец, спасибо.
Драконий кузнечный камень мрака. Мне нужно дерево убивать, друзья. Или надо в другую сторону идти? Ладно, пока вы... В обратную сторону, все понял. Спасибо. С него падает его молоток. Да кому он нужен, его молоток? Крепость здоровая. Через забор на дно? Да ладно. Да нет, ты чё? Да нет. Туда, что ли? Через забор на дно. С ума сошли, что ли? Привет, спиритик. А это кто такой? Ай, ненавижу их. Кажется, высоковат. Капец, я не туда прыгнул, кажется. А, вон куда можно. Ага, почти. О, живой. Так, лево, право, право, лево. Сюда бежать или обратно? Вон там пауки. Прямо на лестнику, окей. Спасибо. Это же стартовый босс, смотрите. Тихо, хорош. Ну не надо. Ну зачем? Истпшилась на респ на свой. Красиво. Опасные люди. Не факт, что мне сюда, но я пока... Тут артиллеристы стоят. Их ничего не смущает, что подошел. За деревом костер. Ага. А, затем дерем костер, понял. Спасибо. Прах солдат святого древа. Ах вы. Ага, вот он костер. Еее. Спасибо. Куда? Пробил. Ну, конечно. Такой выпить решил. Впереди враг. Отдыхаем, восстанавливаемся. Ну что, когда Микела-то? Что ж налево? И тогда ценный предмет. Ё-моё! Это же жесть. Нафиг надо. У меня все предметы есть. Ёшки.
сколько там направо был проход, но мне явно по основному нужно идти пути эти. Красота. Боссом пахнет. Сороконожки здесь какие-то. Креветки, да. Нет. Нет. Пошла красная гниль. Не то сожрал. Тихо! Ай! Ах ты! Лестница. Что-то берег, может быть. Как я быстро до следующего чекпоинта добежал. Там могли креветки похоронить. Там мелкие, которых не видно. Еще стреляющие большие издалека. Там тоже хороший урон. Что внизу, и ты у цели. Вообще ты такие. Зачем сюда? А, можно ж впасть. Можно, точно. Нет, скорее всего, нет. То есть нужно через дерево справа идти вниз. И здесь будет уже... Ну так. Личинка бабочки, можно переучиться. Ну что, где босс? Говорят, самый красивый и сложный. Почти у цели. Да. Ну что, у меня 50 раев. Я у босса, да? Что нам нужно? Учитывая то, что я ее не знаю, буду играть от блока. Щит, выносливость, резисты. Макс, да? Можно поставить какую-нибудь смазочку. А, смазочка-то не работает на наш меч. Без того магический. Счетчик смертей в студию. Да ладно, не может быть она такой злой. Ну, удачи, Михаил, серьезно? Впереди нечто потрясающее, и тогда торопиться, оторопиться. Почему опять движение по кругу? Требуется трава. Ребята, у кого трава есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Запоминаем ее движение. Включайте музыку, этот парень был из тех, что просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех. Пыль дорог и
Ветра свист. Она сидит, смотрите, какая у корня древа. Симпатяшка. Только без руки. Она вросла, что ли, тогда, или что? А, понятно. Я, кажется, ее на артах видела. Это очень красивый босс. I dreamt for so long. Я так долго спала. My flesh was dull gold. Моя плоть пожелтела, подобно потускневшему золоту, а кровь, что-то с ней тоже произошло, не успел прочитать. Corpse after corpse. Я оставила после себя гору трупов. Так. As I awaited. В ожидании. His return. Его возвращение. Кого она ждала? А, она была в ролике, она сражалась с Раданом. Ясненько. Heed my words. Внемли моим словам. I am Malenia. Я Маления. Blade of Archer Nicola. Говорил про меня. Ой. Длинно. And I have never known. И я прежде defeat. Не знала поражений. Ага. Красиво. А где урон Малини? У нее чисто физика пока идет, поэтому. А, она отжирается! Она отжирается от меня! О-о-о-о! Понял тебя! Красиво! О-о-о! А чё? Это нечестно! Она отжирается. Я что-то не понял, а она... Почему она такая дикая? Понял тебя. Ай! Так. Интересно. То есть щит как бы вообще не панацея, она сквозь щит от... Затык не пройдет. Да, затык что-то... Не, может затык пройдет, надо дать затыку шансов, но в определенный момент надо ей просто... Ну, то есть я стою за блоком, ее тыкаю, периодически перебиваю ее атаки, это хорошо. Но когда у меня заканчивается выносливость, надо что-то придумывать. То есть надо все равно как-то... Она прям бежит уже сразу. Фуловый уже. Малень, смотри, как я умею. Слушай, я могу, знаешь, что сделать? Выучить твои удары. А потом прийти в сетапе. Раз, раз. Сверху раз, это чардж, понял? Очень красивый босс. Угу. Я понял тебя.
хрена ли? А, вот он бросок. Ой, красиво. Так. На мою бывшую похоже. Очень красивую. Теперь ты можешь сказать, что твою бывшую почти полчата видели. Да нет, весь чат знал. Ну, почти знал. Вот это хорошая серия, кстати. Может, реально ее перебивать. Видите, стагер работает. Вот она отхилялась. А, вот он. Слушайте, хорошая тема. Не, думаю, из блока можно помурыжить. Просто тайминг нужен правильный. Понимаете? Чтобы серию перебивать, чтобы она не отжиралась. Замахивается, тыкаешь ее. Вот от этой вот серии. Да, оно зевнуло, все, и до свидания. Наш ласковый мишка. Ай, захват. Ой! Охренеть. Ну, это не ваншот, но она уже... Да не ваншот. Какой ваншот, если не убивает? Ну, я попробую все-таки через щит еще какое-то количество траев. Типа, попытаться ее потыкать так, чтобы она не наносила урон. Ну, перебивать, типа. Тихонечко ее. Вот это вот опасно. И восстановилась. Ух ты. Видите, как можно здесь? То есть надо тыкать просто вовремя. Перед ударом. Опа! А что такое? Арчер, что такое? Что с Малинией? Ой, плохо. Блин, она отъелась. Что творит? Что творит?
Блин, вот это надо перебивать серию. У нее ж точно еще вторая фаза будет. Малене, что с лицом? Вот это плохо. А нет, нет! Блин, половину хп отняли. Нашли меню топовый. Хорошо, вышло нехорошо. Вот это плохо. Устанавливаем выносливость. Ну, этот чувак, конечно, с... Вот это самый жесткий прием, блин. Так она отжирается неистово. Просто забей. Супер отжор. Ну ее просто перебивать надо или пытаться перекатами. Вот это вот. Причем, когда начинает, уже все, забей. Опа. Ну, где крит-то? Ты че? И здесь тоже. Нельзя, нельзя просто в блоке стоять, Миш. Нельзя. Она на твоем блоке отжирается, как не в себя. Просто серия отошел. Восстановился. Вот он. Ой, опять. Опа. На-на. Хорошо, восстанавливай. Вторая фаза. Опять, блин.
Нет! Как же она отжирается! Просто... Нет! 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 Голем говорит: Мишка, не могу оплатить премчик картой трех банков, что делать? А что за банки, откуда? Там Хованский, кажется, на ГГ скоро придет. Как оценивать события? Приглашайте всех на ГГ, друзья. Вы лучше всего знаете, что ГГ, несмотря на отличный функционал, очень сильно недооценен, потому что, ну, за нами никто не стоит, мы себя не рекламируем. Вот, если придет, отлично будет. Беларусь, Альфа-банк. Ну, Беларусь, вот в этом проблема. Ну, то есть не проблема, это особенность. Спасибо. Ой, тихо. In Dream, спасибо большое за 20 месяцев примачка. У меня выносливости не было. Блин, опять она начинает свою тему отжирательную. Черт! Черт. 6-0. Пушку пуху замазать. Pocket Cap. Ну как ты замажешь, если она... Блин, вот это я не увидел. И она одним ударом отыграла все мои. Все мои потуги. И вот она. Ну, в целом, можно просто на пофиг тоже пробивать. Главное, чтобы у тебя выносливость была. Я не понял, почему я не смог ее пробить критом. Короче, когда она так делает, лучше не стоять. Ну, в смысле, я ее не перебиваю никак. Если взлетает и клинок начинает мерцать,
А так нормально, 1500 просто снимаешь на контрударах. Переби. Есть. Нормально. Да как я не достаю по тебе? Отъелась гадина. А, далеко! Нет! Что-то мне подсказывает, что если у нее нет второй фазы, там будет второй босс. Ну или она в какой-то инкарнации. Погнали. Хотел сегодня по мейн-квесту пойти, но ведь... Ой, я могу же здесь засамонить кого-нибудь. У нее нет почти никакого магического урона. Да я же перекатывался, ну что ж ты делаешь-то, ну? Да я же сжал блок, блин, что ж ты делаешь-то? Все, она фуловую же. Ну удар нельзя пропускать просто. Ты должен собирать это. Блин, почему я не проатаковал? Опять она фуловая почти. Мне кажется, нужен правильный тайминг, потому что я эту серию перебиваю и... Вот это вот. Видите? Блин, опять. А жесть какая, а? Нет, захват. Беляк Пэр-клан говорит, тут ДПС нужен у ворота. Окей. Хорошо. Нужен, делай. Я не против. Пора менять оружие. Не надо, друзья. Ну давайте сейчас вот, эксперты, не бесите меня советами. У меня есть план. По крайней мере, первую фазу мы легко проходим. Ну или первого там босса убиваем. Что за привычка? Хорошо натыкали.
опять. Нет, нет, нет. Отожралась она знатно на последних двух сериях. Блин, опять я. Ну я щупаю перекаты медленные. Да блин, ты серьезно? Да я перекатывался. Красивая. А если ты убьешь Маленью, клинок Малени, значит ли это что-то тебе бобрением, клинком Микелы? Давайте еще несколько траев. Я думаю, пару-тройку я пойду отдыхать. Оставлю интригу на завтрашний день. Хотя завтра у нас АТР Кап. Ну, на следующей неделе, на следующий месяц. Собрался, Михаил. Просто тыкай ее. Тыкай аккуратненько. Он уже четверть. Как же она сейчас тоже отъелась на паре ударов. А, это вот оно. Я не идентифицировал этот удар, к сожалению. Проблема в том, что если ты с одной стороны должен стоять в блоке и периодически оттачивать, если ты это делаешь, ты теряешь выносливость, в определенный момент понимаешь, что ты дальше не можешь уже стоять на месте, потому что она будет на тебя отжираться. Тебе нужно увеличивать дистанцию, а при этом выносливости у тебя уже нет. И это беда. Хорошее начало. Блин, а Джор уже пошел. Хорошо, сама она отступила, я уже был на нулях. Thank you.
Так. Половинка. Блин, твою налево. Да, и отпустил блок в конце. Какая грязь. Такая грязь. Я более чем уверен, что у нее там вторая фаза есть. Ничего, ладно, посмотрим. Давайте пару трайв и все. Выглядит легко пару трайв еще от сычок. Он явно знает, что меня ждет. Отъелась. Оно очень быстро поднимается, кстати, из этого, из стагера, если ты удар лишний наносишь. То уже... Не критуешь ее никак. Хотя бы до второй фазы довести, посмотреть, что меня ждет. Жизнь вообще не уменьшается. Я минус 4 бутылки сделал. У меня выносливость кончилась. Thank you.
Интересный стиль, да? Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет. Футмен против Димки. Скоро будет метро на рост. Нет, плохо. Да, она отъедается стабильно на этой штуке. Чуть-чуть осталось, пара ударов. Вторая фаза. Увидим сейчас. Ну хотя бы сегодня довел до нее. Не верю, не верю. Это не конец. Не верю. Да, пожалуйста. Ой, не к бобру это. Не к бобру. Кто там? Что там? Что? Ой. Wait. Постой. Ой-ой. Какая красота. Алый цветок распускается снова. Чудесно. Лайф поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Получается, для тебя ее роза цвела. Ты уже не растеряйся. Я постараюсь. Сгниешь до костей. Такая, конечно, дама. Пловец. Ой, красная гниль. Нормально. Все, друзья. Уже поздно, уже пол первого. Я пойду отдыхать. Чего я вам желаю. Спасибо Арчеру за челлендж. У нас осталось еще там 38 попыток. Вообще язык ковыряем. Первая фаза легчайшая. А вторую будем изучать. Красная гниль, неприятно. Ну, что-нибудь придумаем. Пока-пока-пока. А, завтра на АТР приходите вечерком. Начало там в 5 часов вроде. АТР Кап воскресный, классный. Поварику.